Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В среду в столице ожидается облачная погода. Как сообщает портал Метеоновости, 26 февраля температура воздуха в Москве составит плюс 1, плюс 3 градуса. По области столбики термометра поднимутся также до 3 градусов тепла, отмечают синоптики. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха около 80-85%. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!